Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en configuración, seleccionen subtítulos, elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Клавдия Васильевна, у меня будильник не прозвенел. Что ж вы меня не будете-то? Так у тебя ж нога, я думала, ты на больничном. Да на каком больничном? Люся, а завтракать? На работе перекушу. Так ты опоздала на 7-часовой автобус. Ой, Люся, Люся. Привет. Привет. А пробы отобрали? В цехах, да. А на 8-м участке с фильтров? Зинаида Борисовна пошла. Ой, как неудобно. Илья про меня спрашивал? Спрашивала. Просил зайти, как только появишься. Ругался? Ну, не сказать, что был доволен. Здравствуйте. Опаздываем. Простите, пожалуйста, автобус. Он то раньше ходит, то позже. Конечно, автобус. Чё ты стоишь-то? Садись. Так, вот распоряжение о том, что ты ответственная за спирт. Отнесись к этому серьезно. Сейчас спирт расходуется бог знает как. Прошу навести порядок. Я поняла. Вот и молодец. Как нога? А, да хорошо. На автобус только из-за нее опоздала. Ну, успела же. Угу. Ну и хорошо. Ну, иди работай, чего ты сидишь? Да. Бегом работай. Спасибо. В общем, хоть разорвись. С принимающей стороной договорись. Автобусы закажи, за деньги отчитайся. Ой, это прямо уработалось. А что ты думаешь, просто мероприятие проводится? Ай, жалко, я не смогла. Съездили-то как? Съездили. Много интересного узнали. Спасибо. Знаешь, кто у нас главная звезда, оказывается? А ну? Ну? Люська Поликарпова. Да ладно, это простушка? Не такая уж простушка, как выяснилось. Сообразила, кому в койку прыгнуть. Так. Я сама видела, как она утром из номера Брызгунова выходила. Ерунду не говори. Ничего не ерунда, я же говорю, я сама видела. Интересно. Вам бы только языками чесать, а не работать. Вообще-то у нас обед. Лен, ну договорились, я записываю тебя на воскресную игру и смотри, не занимай следующие выходные. Ладно, договорились. Напомни за пару дней. Илья Сергеевич. Да. Меня тут снова на игру записывают. И за это я буду просить у вас отгул. Ну, ты же отказаться не можешь, да? Я подумаю. Люсь, а чего ты сидишь? Ладно. Мне нужно еще анализ доделать. Какой анализ? Бегом домой. Время. Опять на автобус опоздаешь. А тебе еще до Заозерска надо добираться. Давай, давай, домой. Все, заканчивай. Я сейчас. А я завтра к директору зайду. Поставлю вопрос. Пусть тебе комнату выделят. Какую комнату? В заводском общежитии. Но это не дело каждый день в такую даль ездить. Спасибо. Почему вам? Мы же договорились, что мы на «ты».
Ну и все. Все, давай, заканчивай. До свидания. До свидания. Я напутала. Начинается. Но я же предупреждала тебя. Не косячить. Я не понимаю, в чем ошибка. Смотри. Ну, давай. Так вот, не тот коэффициент? Нет, все правильно. Смотри, вот. Вот эта формула, вот показания прибора. Мы высчитываем концентрацию по высоте, поэтому вот коэффициент. Люся, не морочь мне голову. В регламенте коэффициент постоянный. Тогда получаются цифры совсем другие. Я точно знаю, я защищалась по этой теме. Так, все. Люсь, тебе надо к Илье. Пусть он с этим разбирается. У нас есть регламент, и мы по нему работаем. Хорошо, я пересчитаю еще раз. Виктор Васильевич, ну не первый раз уже эти доморощенные экологи шум поднимают. Я вас уверяю, что все под контролем. Уровень ПДК мы отслеживаем. Все в норме, волноваться не о чем. Ладно, успокоил. Только завтра меня все равно в мэрию вызывают. Так что вы завтра здесь уже поосторожнее. Да, конечно, конечно. Когда мы вас подводили? Ой, ладно, давай, иди уже. Хорошо. А, Виктор Васильевич, а что там с жильем для Поликарповой? Ну, не делай это. Человек ездит за 3-9 земель на работу. Мало того, что она у меня на ставке лаборантки, да еще и жилья не дают. А Поликарпова у тебя на ставке лаборантки? Это надо же, а? Она же фактически твой зам. Вот и я о том же. Илья, ну ты ведь знаешь, свободного жилья у нас нет. Ну, может быть, комнату в общежитии? Поликарпову в общежитии? Угу. Ладно, я подумаю. Илюш, есть 5 минут. Да для тебя, Том, сколько угодно. Прическа новая. Хорошаешь день ото дня. Стараюсь. Еще бы ты почаще замечал. А я всегда все замечаю. Особенно у таких привлекательных девушек, как ты. Ну, говори, чего хотела. Умеешь ты комплименты делать, Илюш. Слушай, там АХО требует отчеты по расходу спирта. У них там какой-то перерасход в системе, а Поликарпова до сих пор не отчиталась. А срок сдачи же только завтра, правильно? Вот завтра будет отчет. Люся очень ответственный человек. Да, да, она очень ответственная. Видела я. Подстилка. Тома! А что? Я просто называю вещи своими именами. А нельзя ли вот это все в виде графика? Положено по ГОСТу в виде таблицы. Да и так хорошо. А где Ира? Она отпросилась. Отпросилась? У кого? Я ее отпустила. Надеюсь, к врачу? Нет, по делам. Нормально вы тут работаете. Дела у них. Расшатываете мне дисциплину, Людмила Семеновна? Да я думала, ну… Ладно, ладно. Проехали. Что там у тебя? А, посмотри, пожалуйста, я ничего не понимаю. Который раз пересчитываю, все равно получается ПДК больше нормы. Хорошо. Ну, пойдем проверим. И получается, что мы не учитываем высоту выбросов, которая, в свою очередь, зависит от метеоусловий. Ну да, с поправкой на площадь. Да. В этом случае используется коэффициент, который высчитывается вот таким образом. Это все единичный случай. Он ни на что не влияет радикально. Ты стандарты предприятия читала? Конечно, читала. Ошибки быть не может? Я не думаю. А ты отчет о расходе спирта сделала? Нет еще, но… Люсь! Я сделаю, я обещаю. Я очень на это надеюсь. Вот здесь ты молодец. Молодец. Будем разбираться.
Я сейчас отправлю письмо в ЭКО-контроль. Пусть посмотрит наш регламент. Я ухожу. Если спросят, буду уже завтра. Хорошо. Люсь, ну ты со спиртом-то разберись, будь любезна. Нам не нужны неприятности. А, так я думала завтра с утра. Сегодня разберись, завтра с утра, чтобы отчет лежал уже на столе. Ужинать-то когда будем? Я думала, посидим, поговорим, а ты все, который час уже со своими бумагами сидишь. Клавдия Васильевна, я не успеваю ничего. Отчет нужно завтра с утра сдать. Илья обещала. Не могу его подвести никак. Люсь, прости меня. А у тебя что, с этим Ильей что-то? Клавдия Васильевна. Нет, конечно. Он мне просто нравится, как человек. А ты ему? Ты же столько для него делаешь. Так я, чтобы помочь. У меня и в планах нет, честное слово. Да и кто я и кто он? Зачем я ему? Вот ты никогда себе цены не знала. Ты же и в школе такая же была. А вдруг ты ему тоже нравишься? Клавдия Васильевна, я даже думать об этом не хочу. Было уже в Питере один раз. Тоже говорили. Нравишься ты ему. Влюблен он в тебя. А он взял и предал. Да, следующий через час. Черт. Может, на попутке? Точно. Здрасте. Привет, ты куда? До Верхоярска, на завод. Сколько? Ну, 500 хватит. Ты чего? Давай хотя бы 1000. Ладно, поехали. Садись. У меня, кажется, телефон разрядился. У вас негде зарядить случайно? Да откуда? Даже вон прикуривателя нет. Жалко. Хотел на работу позвонить, предупредить. Позвони с моего. А я номер наизусть не знаю. Вот он прогресс. Раньше все в голове держали, а теперь одни гаджеты. Да. И что теперь? Влетит тебе от начальника? Да не. Просто подводить его не хотелось. Ну, начальники они такие. За все отвечают. Ого! О, мотоцикл тебе надо. Быстро б долетело. Thank you.
Что с ним? Мальчики. Дышит хоть? Ему надо скорую срочно. Позвоните в скорую, пожалуйста. Хорошо. А как сейчас скорую вызывают? По 03 или 112? Ой. О, очухался. Здрасте. Так может уже не надо скорую вызывать? Как ты? Живой? Могло быть хуже. Да уж, как ты летел, мы думали, костей не соберешь. Ну, слава богу, все живы. Поехали. Куда? Ему скорая нужна. Да не надо скорую. Видишь, не надо ему скорую. Ты сама говорила, опаздываешь. Поехали. Да вы что, с ума сошли? Как можно человека просто так бросить? Слушай, да какой от тебя тут прок? Нужно чем-нибудь помочь. Скажите, пожалуйста, у вас что-нибудь болит? Да. А что? Все. Ой. Ты едешь или нет? Нет. Сейчас. Ну и оставайся. А у меня график. Мне ехать надо. Мы сейчас что-нибудь придумаем с вами. Да, это. Рюкзак в машине забери. Ой. Я сейчас приду, только вы никуда не уходите. Да куда же я пойду-то? Доброе утро, девушки. Доброе. А Люся мне отчет по спирту не оставляла? И вообще, где она есть? Она в цех пошла, пробы брать? Люся еще даже не приходила. В цех пошла Зинаида Борисовна. Замечательно. Она звонила? Я ей звонила, телефон недоступен. Аппарат вызываемого абонента выключен. Действительно, черт знает, что такое, а? Илюша, а чего ты такой сердитый? Что, подвела тебя твоя ненаглядная? А мы как-нибудь сами разберемся. Меня не беспокоить. Ну-ну. А я говорила. Вот язва. Угу. Куда вам, девушка? Не мне, а здравствуйте. А молодому человеку. В больницу. А что с ним? Ему очень плохо. 3000. Как вам не стыдно на чужом горе наживаться? Ну, как хотите. Ужас какой. Вы представляете, он 3000 заломил до города. Да я заплачу любые деньги. А, да? Тогда поедемте. Скорей. Ой. Помогу Давай. Вам. А, я... Что? Идти не могу. Я ногу, кажется, сломал. Ой, ногу. Так это значит, нужно шину наложить или нас учили дощечку. Я сейчас найду дощечку и приду. Да не надо дощечку. И как мотоцикл. Он же стоит, как крыло самолета. Но вы едете, да. Нет? И отпустите его. Легковушка не подойдет. А, да. Мы не поедем. Простите. А, ну, как знаете. Я все-таки сейчас найду дощечку, ладно, и приду к вам. Посидите, закрепите, нужно зафиксировать ногу. Я тут. Дощечку. Всем привет. Илья Сергеевич на месте? Да, только он просил, чтобы его не беспокоили. Ну, я же по делу. Мне нужен график отпусков. Между прочим, вы одни и не сдали. Девчонки, я же просил, что опять? Это я. Илья Сергеевич, по делу. Ой. Да? Я за графиком. Что за график? График отпусков. И что? Вы не сдали. Люся завтра принесет. Но мне сегодня. Что сегодня? Зачем сегодня? Что вы все ходите? Что вы слоняетесь? Вам заняться нечем? Может, работой все-таки займетесь? Зоя, что случилось? Зоя! Ну, что тут у вас? Где мотоцикл? О? Вон. Только, боюсь, не заведется. Ясен пень, не заведется. Если с дороги, аж туда улетел. Ну, с тобой все понятно. Тебя в больничку. Что с мотоциклом делать? Может, ты сервис какой-нибудь знаешь? Я заплачу. Ясен пень, заплатишь. Вот что, парень. Я его пока к себе в гараж приберу. Все равно мимо поедем. Машину сгрузим, а потом и тебя в приемный покой. А долго это? Так у меня не болит. Да и я не шумахер. Как доберемся?
Пойду посмотрю. Ну что, пойдемте? Ну, попробуем. Давайте я вам помогу. Угу. Спасибо. Только как мы мотоцикл-то в прицеп погрузим? Он тяжелый. Не знаю. А я в одном кино видела. Вот так по доскам можно закатить. Я там, когда дощечку искала, там доски были. Сейчас разберемся. Люська здесь без году неделя, а он все время ее защищает. А она опаздывает постоянно, график отпусков не сдала. Ну а когда график-то нужен? На следующей неделе. Да какая разница? Главное, возомнила, что начальница, а сама ничего не делает, только Грызгунову подкатывает. Илюша, 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 Илюша. Ну, неправда. Люся много что делает. Чего? Порядок везде навела. И по реактивам, и по спирту, скажи, Лен. Да. Да, знаю, какой у вас порядок. Задним числом в получении спирта расписываетесь? Вот. А что, у кого-то по-другому? А ты на других-то не кивай. Сейчас речь о Люсе вашей. Зой, ты надолго тут? Мне форма Н1 нужна, производственную травму оформить. Господи, что случилось? Да Михалыч, наладчик. Что? С очистительной установки навернулся. Полез фильтр менять и упал. Насмерть? Да тфу на тебя. Слава богу, только сотрясение и два ребра сломаны. В больнице, Михалыч. Ну ничего, пару дней оклемается. Хорошо, нам успел анализатор починить. В смысле? Он же у нас работал. А что? Починил же анализатор, все работает. Вы что, спирт ему давали? Да ну, может, и давали. Это у Люси надо спросить. Молодец, Люся ваша. Говорят, он в стельку пьяный был. Но это же сегодня. А спирт ему давали вчера. А как иначе? Контакты надо как-то протирать? С контактов так не напьешься. Подожди, Том, а что же это за производственная травма, если он в стельку пьяный? А такая, что никому проблемы не нужны. Ни руководству, ни охране труда. И вы тоже по заводу особо не звоните. Ну, ты сама-то на всю столовую не кричи. О, Поликарпова. Здрасте. Не рановато ли? Через 20 минут рабочий день закончится. Ну, так получилось. Обстоятельства, понимаете? Здрасте. Люся, а ты чего пришла? Мы тебя сегодня уже не ждали. Так вышло. А что, все уже ушли? Ну, не знаю. Но гардероб еще работает. Слушай, скажи, ты вчера Михалычу спирт выдавала? Выдавала. Он анализатор чинил. А что, что-то случилось? Напился Михалыч. Сейчас в больнице. Ну, я не видела, чтобы он пил. Ну, вы же знаете, все говорили, в сервис этот анализатор, в сервис. А он взял свой. Ну, и отвезли бы в сервис. Сколько раз я тебе говорила, что твой энтузиазм до добра не доведет. А Илья тебя во всем потакает. Что, у Ильи могут быть неприятности? Ну, не знаю, может быть. Ладно, я домой. И ты тоже. Езжай домой. Нет, я в лабораторию. Ну, как знаешь. Ой. Все правильно мы сделали. Другого случая, может, и не будет. Хватит церемониться. Надо действовать. Да. До свидания. До свидания. Здорово, Михалыч. Добро в 9:30 к директору. А, да, хорошо, я буду. Ждем. Спасибо. О, Поликарпова. Заходи, Поликарпова, заходи. Присаживайся. Здрасте. Вот, Людмила Семеновна, пришлось собрать такое экстренное совещание. А. Докладные на тебя поступили. Даже несколько. Какие докладные? Ну что, сами претензии выскажете или... Понятно, значит, я сам. Вот из отдела кадров. Имеют место регулярные опоздания. А также вчера прогул. Не было прогула, Виктор Васильевич. Я позже пришла, но я потом полночи работала. Понятно. Вот из АХО. Постоянно задерживает отчеты о расходовании этилового спирта, а также проверкой установлен его перерасход. У нас нет перерасхода, Виктор Васильевич. Точно нет. Все в журнале зафиксировано. А отчет я сделала, я просто отдать не успела. Значит, сейчас все в порядке? Конечно.
У меня все записано, когда и на что был израсходован спирт. Да все знают, на что он был израсходован. Что, собственно говоря, и послужило причиной вчерашнего ЧП. Какого ЧП? У вас на днях работал наладчик Полухин? Работал. Он нам анализатор починил, Виктор Васильевич. Если бы не он, у нас бы до сих пор анализатора бы не было. А где заявка на наладку анализатора? Ты заявку оформила? Ой, нет. Я его просто попросила. Просто попросила и спиртом расплатилась. А для нее вообще закон не писан. Когда хочет, приходит, хочет, уходит. Я не расплачивалась спиртом. Он Полухину нужен был для работы. И вообще, я все согласовываю с Ильей Сергеевичем. Врет она все. Лично вчера была у Брызгунова. Он вообще не знал, где его лаборантка. Да. А где, кстати, Брызгунов? Почему его не пригласили? Он вообще в курсе, что происходит? Да, в курсе. Но там у него... Можно? А где Брызгунов, в самом деле? Ты что? Понятно. В общем, Поликарпова, от тебя жду подробную объяснительную. А от отдела кадров? Да. Предложение по взысканию. Ну, выговор, что ли? Да за что выговор, Виктор Васильевич? Ну, если за вчера, так я вчера человека в больницу подвозила. Это вообще никого не интересует. А вот то, что из-за тебя выброс случился... Тамара Игоревна! Кто? Ой, простите. Я же просил вас. Да-да-да. Какой выброс? Что вы молчите? Я должна знать. Мы же лаборатория контроля. Вчера, когда Полухин свалился, он фильтр менял и упал, а новый фильтр не поставил. Случился выброс. И мы узнали об этом, к сожалению, только сегодня. Сутки. Сутки вентиляция гнала в атмосферу вредные примеси. Вам, как сотруднику СЭК, это о чем-то говорит? И вы хотите обвинить в выбросе меня? А кого еще? Да тебя уволить мало, тебя под суд надо. Поликарпова, послушайте. Вы выдали спирт без заявки. Фильтр не сменили. Случился выброс. А это уже безответственно. И наказуемо. Да. Поликарпова! Заявление написать? Нет, попросили написать объяснительную. Увольняюсь я сама. Так, погоди. Погоди, не горячись. Я не знаю, что они там тебе наговорили, но что бы ни сказали, наплюй. Подумай о себе, эта работа где найдешь? Пускай копейки, зато стабильность. У нас все, кто не на заводе, без работы. Мне все равно. Я уже решила. Решила она. А Илья что скажет? Не знаю. А где он вообще? А может быть, он занят? А может, не знает ничего? Он все знает, девочки. Замдиректора сказал. Он просто меня бросил. А, объяснительную принесла. Подожди, Поликарпова. Ты что, с завтрашнего дня нельзя, нужно 2 недели отработать. Я не буду ничего отрабатывать. Обходной? Ты что, без обходного-то нельзя? Можно. А я тебя по статье. Да мне все равно. Все равно? Давай, кидай. Я ловлю, потом обратно. Бросай, Вас, кидай. Я тоже хочу ловить. Кидай, давай. Кидай. Спасибо. Давай. Ой, кидай. Здрасте, Клавдия Васильевна. Люсенька, так рано, а ты уже дома? Что за ум взялась? Бросила свою переработку? Бросила. Да так бросила, что уволилась. Это компот? Можно? Так, подожди.
Люся, что случилось? Ой, да все в порядке. Написала заявление с завтрашнего дня. И что делать собираешься? Не знаю. Думала отдохнуть недельку, да работу искать. Какую работу? Ее же нет в городе. Продавщицей пойду. Их всегда не хватает. А еще чего? Какая продавщица? Тебе наукой надо заниматься. Я знаю, Клавдия Васильевна. Но обкатаю свой метод и начну кандидатскую писать. Так слушай, может быть, тебе в Питер поехать? А? Правда? Конечно, ну, пора уже заняться делом. Хватит эти графики составлять, спирт учитывать. Я не понимаю, куда только твой Илья смотрел. Ой, не знаю, куда он смотрел. Может быть, он даже не пожалеет, что я уволилась. Илюш, Люся просила передать вот здесь в папках инструкции. О. Вот тут распоряжение. Здесь. Ладно, в общем, сам разбирайся. Кошмар. Что, опять? Опять во все это вникать? Слушай, Ира, она что, прям точно ушла? Угу. Заявление в кадрах оставила. А ты как думаешь? Может, она отойдет? Отдохнет и вернется? Вряд ли. Она даже обходной лист не подписала. Сказала, если хотите, то увольняйте меня по статье. Ну, дурочка. Ладно, все. Спасибо, иди. Илюш, а ты сегодня до ночи? Ну, а ты не видишь? Вижу. Люся, Люся. Люся, телефон! Ой, да не хочу ни с кем разговаривать, Клавдия Васильевна. Я, оказывается, так по природе соскучилась. Такая красота, никуда торопиться не надо. Ну вот и отдыхай. А отдохнешь и возьмешься за свою работу. Я уверена, тебя в институте встретят с радостью. Я позвоню своему руководителю, узнаю. Правильно, молодец. Что, Илюша, грустишь? Теперь работы прибавится? Том, а ты чего хочешь? Говори, а то мне некогда. Ничего, ничего, справишься. Справлялся же раньше как-то без Поликарповой. Да и мы поможем, если что. Так ты помочь пришла. Так может, ты с инструкциями разберешься? Как раз по твоему профилю, техника безопасности. Вы же там приказ готовили о внесении новых норм. А почему бы и нет? Угу. Помогу. Что-то ты больно добрая, Тамара Игоревна. Не к добру. А я для тебя, Илюша, всегда добрая. И чтобы ты не сомневался, вот. Это что? Билет на участие в конкурсе рыбака. Господи, Тома, спасибо, конечно, но где я и где конкурс? Да это просто так называется. Кто хочет, тот ловит рыбу, а кто не хочет, тот просто отдыхает. Это у нас в вип-домиках мероприятие для руководства. Это наши придумали? Нет, съезжается городское начальство, но у тебя целый отдельный домик. Заезд в пятницу, выезд в воскресенье, а в субботу банкет. Заманчиво. Отдохнешь, порыбачишь, забудешь о неприятностях. Я подумаю. Кстати, я тоже там буду. Так что увидимся. Хорошо. Все, я ушел. Буду только завтра. А если спросят, что говорить? Говори, что не знаешь. Ушел по делам. Пока. Пока. Люсь, как хорошо, что я тебя застал. Ты уходишь? Собирала своих навестить. А я могу проводить? Да не нужно. Ты чего приехал? Поговорить. Ну, пойдем поговорим. Люсь, ну нельзя сдаваться.
Нет, ну подумай, кто они такие? Обыкновенные, не очень счастливые и не очень умные женщины. Им уступать? Да не в этом дело. А в чем? Они даже разбираться не стали. Меня даже слушать никто не стал, понимаешь? Как я могу там работать, если мне никто не верит? Люсь, я верю. Я тебе верю. Но это руководство, ему всегда некогда. Вот если бы я был на месте, все бы обошлось. А где ты был? Где ты был, Илья? Ты ведь все знал. Люся, да там кое-что произошло. Позвонила соседка, сказала, что маму увезли на скорой. Я тут же помчался. А что сейчас с мамой? Ну, слава богу, все обошлось. Да я был уверен, что ты сможешь за себя постоять. Но ты же сильная. А я вот не смогла. Потому что на самом деле я слабая, Илья. И я там на самом деле никому не нужна. Ты мне нужна. Ты мне очень нужна, Люсь. Я это понял, когда ты ушла. Правда? Я это вообще еще никому не говорил. Правда. Вот что. Я сейчас поеду, уже поздно. А в пятницу есть приглашение на турбазу. А это мне? Тебе. И мне. Я приеду туда сразу после работы. Нам надо с тобой серьезно поговорить. О чем? Обо всем. Хорошо? А в понедельник мы вместе вернемся на завод. Мы договорились? Даже не знаю. Но... Люсь, ну хорошо, хорошо. У тебя есть 2 дня. Подумай и все реши. Я подумаю, но ничего не обещаю. Люсь, ты поедешь на турбазу в пятницу или нет? Да, наверное. Да. Вот и хорошо. Я пойду. Я буду тебя ждать. Люсь, я буду ждать. Очень ждать. Алло. Алло, привет. Я уже приехала, а ты? Я скоро приеду. Хорошо, жду. Прошу вас. Спасибо. Приятного отдыха. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня приглашение. Вот. Вип-дача, 5-й домик. Минуточку. Угу. Мне понадобится ваш паспорт. Ой, а где же он? Куда я его делала? Сейчас, извините. Угу. А, вот. Имя, фамилию, подпись. Угу. Программа пребывания. Спасибо. Вы еще успеваете на обед. 5-й домик по главной дорожке направо. Спасибо. Приятного отдыха. Алло. Тома, привет. Слушай, а ты вип-домик для кого выделила? Для Брызгунова. Ты ничего не путаешь? Да девушка какая-то заселилась. В том-то и дело, по вашему вип-приглашению. Людмила Поликарпова. Да, конечно. Thank you.
Ого! Ничего себе! Одним словом, ситуация серьезная. Если правильно не отреагировать, будет скандал. А может, даже и до министерства дойдет. Откуда они взялись, эти народные экологи? Что, у них партия какая, что ли? К выборам готовятся? Ну, партии у них никакой нет, насколько я знаю. Не знаю, может, их зеленые и используют. А вот замеры произведены качественно, и цифры по загрязнению атмосферы реальные. Ой, как плохо, как плохо. А ты что молчишь? А что я могу нового сказать? Вы и сами все знаете. Что делать будем? Ну, во-первых, отреагировать на публикацию. А пусть Илья свяжется с газетчиками и подготовит ответ. Позвольте, а почему я? Я эколог, а не журналист. А тут и нужен эколог. Подготовишь статью, признаешь упущение, повинишься, расскажешь про эти фильтры, мол, форс-мажор, человеческий фактор, единичный случай. Во всем виноват наладчик, а он уже наказан. А что? Идея хорошая. Ты давай, Илья Сергеевич, с этим делом не тяни. Пооперативней там, чтоб сегодня же статья была у меня на столе. Хорошо. Понял. Илья там? Скоро освободится? Не знаю. Думаю, до ночи просидят. Вот как? Понятно. Алло, Надя, это я, Тома. Это Наталья. Надя отлучилась. Чем я могу помочь? Это с завода управления. У вас там пятый домик заселен ошибочно. Освобождайте его. Хорошо, я передам Наде. Вот и спасибо. Все, справедливость восстановлена. Простите, пожалуйста, а я свой телефон случайно у вас не оставляла? Нет, ничего не было. Ладно, буду искать. Сожалею. Да? Надя, тут с завода звонили. Надо освободить пятый домик. Том, привет. Она сама свалила, даже ключи не оставила. Да откуда я знаю? Я все посмотрела. Не знаю, может быть, созвонились. Видать, поняла, что ждать бестолку. А за ключи штрафанем. Илюш? А ты чего, еще здесь? Да, подзадержался. Ты скоро? Слушай, я боюсь, я тут до ночи просижу. И ты меня сегодня не жди, хорошо? Что-то случилось? Да директор загрузил. Сказал, что статью эту сегодня надо закончить, вот и все. Иди, иди. Пока. Пока. Ира! Ира, что с тобой? Ира! Очнись ты! Ира, да очнись ты уже, а! Алло, скорая?